самое холодное место на Земле. Текст Граудени по материалам РЕН-ТВ. Самое холодное место в мире, где живут люди, это русский поселок Уймякон. Он находится на востоке Якутии. Там живет около 500 человек. Зимой обычная температура минус 50 градусов. Однажды в Уймяконе было минус 71 градус. Жители поселка привыкли к холоду. Здесь все друг друга знают, все друг другу помогают. Любимое место встречи в магазине, где продают свежий хлеб. В поселке нет бара, потому что после 6 часов нельзя продавать алкоголь. Пьяный человек может умереть на улице от холода очень быстро. Шепот звезд. Так красиво здесь называют шум, который возникает при дыхании на морозе около 50 градусов. Только когда на улице минус 56 градусов, в Уймяконе отменяют занятия в школе. Здесь разводят северных оленей и лохматых лошадей якутской породы. Они всю зиму проводят на открытом воздухе и сами добывают себе еду. Копытами выкапывают из-под снега мерзлую траву. В Уймяконе зимой день длится всего 3 часа, а летом светло даже ночью. Ты помнишь все новые слова? Поселок. Находиться. Восток. Обычный. Шепот. Житель. Привыкать, привыкнуть. Друг друга. Помогать, помочь. Встреча. Свежий. Бар. Пьяный. Умирать, умереть. Звезда. Мороз. Шум.
возникать, возникнуть. Дыхание. Отменять, отменить. Разводить, развести. Олень. Лохматый. Порода. Лошадь. Копыта. Копать, выкопать. Мёрзлый. Трава. Длится, продлится. А теперь давай читать вместе. Самое холодное место в мире, где живут люди, это русский поселок Уймякон. Он находится на востоке Якутии. Там живет около 500 человек. Зимой обычная температура минус 50 градусов. Однажды в Уймяконе было минус 71 градус. Жители поселка привыкли к холоду. Здесь все друг друга знают, все друг другу помогают. Любимое место встречи в магазине, где продают свежий хлеб. В поселке нет бара, потому что после 6 часов нельзя продавать алкоголь. Пьяный человек может умереть на улице от холода очень быстро. Шепот звезд. Так красиво здесь называют шум, который возникает при дыхании на морозе около 50 градусов. Только когда на улице минус 56 градусов, в Уймяконе отменяют занятия в школе. Здесь разводят северных оленей и лохматых лошадей якутской породы. Они всю зиму проводят на открытом воздухе и сами добывают себе еду. Копытами выкапывают из-под снега мерзлую траву. В Уймяконе зимой день длится всего 3 часа, а летом светло даже ночью. Постарайся ответить на вопросы к тексту. Где находится самый холодный поселок на Земле, где живут люди? Правильно, он находится на востоке Якутии в России.
Какая обычная температура зимой в Оймяконе? Правильно. Зимой обычная температура минус 50 градусов. Почему там нет баров? Правильно. Пьяный человек может умереть на улице от холода очень быстро. Сколько длится зимний день в Оймяконе? Правильно. В Оймяконе зимний день длится всего 3 часа. Что такое шепот звезд? Правильно. Шепот звезд – это шум, который возникает при дыхании на морозе около 50 градусов. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей брошу и к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли. И среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, мы поедем.